19 июля Джасур Бердиев с супругой Насибой отправились на любимую всеми тропу здоровья. Взяли велосипеды на прокат и приготовились наслаждаться свежим воздухом. Но их отдых был омрачен. На одном из спусков, со слов очевидцев, велосипед просто развалился. Проехал по здоровой тропе несколько километров, около 3 километров. Упала моя супруга из-за того, что сломалась внутренняя часть велосипеда, рулевая часть, то есть прям на ходу. И прям улетела. И так произошло. И результат чего? Сказали, что докторы у него в 3 местах обе рук сломалось. Перелом, то есть. Женщину тут же доставили в больницу. Теперь она ждет проведения операции. Со слов мужчины, владелец проката требует от него возмещения средств на восстановление транспортного средства. В то же время Джасур считает, что скорее наоборот, им с супругой должны возместить физический и моральный ущерб, так как Насиба с переломами в больнице, а без мамы дома остался 4-месячный малыш, который был на грудном вскармливании. Сам потом вот этого велопроката директор, наверное, один мужчина пришел. Сказал, что мы проверили, так типа, это ваша вина. Вот из-за поломки оплачиваете. В дальнейшем он тоже хотят мне заявить на полицию из-за того, что я не оплачивал из-за поломки. Вы тоже заявление написали, что вам сказали в полиции? Пока идет в разбирательстве. Девушка, работающая в данном пункте проката, заверила нас, что все велосипеды перед сдачей они непременно проверяют на исправность. Поломки с их стороны исключены. Знаете же сами, когда ездишь на велосипеде, все равно там падаешь или еще что-нибудь. Камень попал, все может быть. Лично я здесь первый день, поэтому мне просто объяснили пересматривать велосипеды, смотреть исправность тормозов и скоростей. О том, как правильно поступить в подобной ситуации, да и вообще при любых происшествиях с велосипедами, мы спросили у юриста. Он отметил, что велосипед – это такое же транспортное средство. Велосипедист – водитель транспортного средства, а ДТП – происшествие, которое произошло при его движении. Соответственно, при возникновении ситуации повреждения велосипеда в процессе движения и споры о причинах его повреждения в отношении велосипеда, взятого в прокат, следует вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации факта ДТП, в ходе которого инспектор должен будет его оформить и вынести соответствующее процессуальное решение. А в случае причинения вреда здоровью следует также обратиться в организацию здравоохранения или вызвать скорую помощь. В последующем экспертиза и фиксация факта причинения вреда определит виновность той или иной стороны в совершенном ДТП. Если причиной нанесения вреда здоровью велосипедиста станет неисправность транспортного средства, то ответственность понесет прокатная организация. А в случае установления вины велосипедиста он обязан возместить стоимость повреждения. Это в идеале, конечно же. На самом деле, по сведениям сотрудников ГИБДД, подобных заявлений или обращений к ним не поступало. Джасур Бердиев же с супругой уже и не ждут компенсации. Мужчина просто просит всех предпринимателей, занимающихся прокатом, быть более ответственными в своей работе и помнить, что внимательное отношение к своей технике – залог его долгой и бесперебойной работы, а также сохранности здоровья клиентов.